Андрей, как ты думаешь, ну, представим, что уже Донбасс вернулся и Крым вернулся, это обязательно будет? У меня лично в этом сомнений нет, я думаю, у тебя тоже. Тем более нет. Нужно ли восстанавливать, возможно ли и нужно ли восстанавливать Донецкий аэропорт? Думаю, это стоит все-таки спросить у многих людей. Я не единственный, кто там был. Мое личное мнение. Да, почему нет? Там будет много людей, и каждый, ну, не каждый, но многие из них, я думаю, там будет какое-то место, да, которое будет священным, и на которое там можно будет положить цветы, и каждый будет помнить, и наверняка там будет имя каждого написано, того, кто ценой жизни, да, вот, обеспечил будущее, в том числе как бы и того края, я все-таки в это верю. И это будет напоминание, это будет память об этих людях. И если когда-нибудь, ну, кто-нибудь, да, вот там засомневается, у него будет возможность, да, туда приехать, там прийти и посмотреть, ради чего на самом деле. И такое место, да, вот где много людей, и там память, ну, памятник или память, это, ну, неплохо. Это лучше, чем где-то в стороне, где-то на окраине или где-нибудь в том месте, где ходят только узким кругом люди, которые, знаете, как у Высоцкого, на братских могилах, вот, не ставят крестов. Вот, и напоминание Донбассу, наверное, тоже. Я бы сказал, что и миру напоминание. Возможно. Потому что это такая четкая грань между мирной жизнью, вот этот шикарный аэропорт, который, ну, вот на съемках там показывали, да, и то, что вот после этого от него осталось. То есть я правильно понял тебя, что ты видишь проект этого аэропорта, часть аэропорта, может быть, центральная часть оставлена нетронутой? Да нет, не центральная. На самом деле это такое, наверное, небольшое пространство, вот именно там, где второй взрыв был. Ну, там, где основные ребята и погибли. Вот. Вот этот вот участок там между первым и вторым рукавом. В Берлине есть, по-моему, на, не помню, на Фридрихштрассе церковь старая. Частично, по-моему, она отреставрирована, частично оставлена вот так, как она была после бомбежек, обстрелов со следами выстрелов. Вот что-то такое, да. Ну, нет, не думаю, что там получится оставить так, как оно есть. Да и, наверное, не надо.